Много можно сказать, uh, начиная с концентрации, наверное. Uh, Recently, we have lacked uh, a быть, bit of concentration. That's why mistakes happened. The team consists of an attack ошибки, and a defense. If uh, the attack makes a mistake, the defense has to suffer and try to compensate for these mistakes. Вся команда атакует. Uh, если кто-то uh, неправильно подействует, даже в нападении,

Есть и там неудача, я не знаю, но все-таки удача всегда она и сильнейшими, так что главное быть сконцентрированным и никогда не терять там именно вот да, концентрацию, серьезность надо быть с боевым настроем и играть до до конца до 90 минут.